чемпион мира по ММА, чемпион мира по грэпплингу, вот, мастер спорта по ММА. Вот. То есть в 2015 году был признан лучшим спортсменом по смешанным единоборствам в Санкт-Петербурге. Вот, большое имя, то есть большой опыт у человека. Вот, и для нас это будет большая польза вообще поучиться у человека, у которого огромнейший опыт, очень много боев со своей спиной. Да? Вот я академия. С удовольствием по академии. Начнем тогда с самого обычного, то, что у вас, наверное, всегда было, начнем с разминки. Разобрались по кругу и легко бегом. Не держать. Какой планеты? Тоже прямые удары у нас. Yeah.
шире плечи поставим. А, чтобы поехали мельницу отсюда, также остаемся снизу и ударимся назад, ударимся 5 минут. И все время делаем, когда вода, вверх, вниз идем, делаем все время. Хорошо, ручки замкнули, замок не поехал. Борцовское вращение. 4 в одну сторону, 4 в другую. Готовились.
двигаться на носочках и на одном месте представляем двиг соперника, двигаемся из стороны в сторону. И вот работаете в бой с тенью, ноги работают с открытыми руками, привыкаем с закрытыми руками работать, чтобы у вас в бою не получилось, чтобы открытым кулаком бьете. Закрываем кулачки, не напрягаемся, расслабляемся. Спокойно, чем точная работа. Поехали!
Сейчас попробуем вот такое задание, так называемые кресты. То есть, если я левой рукой бью, соответственно, у меня правая нога заряжается. Если я бью правой ручкой, у меня левая нога заряжается. Сейчас попробуем такую работу. Передней рукой по левому, по плечу, правый лоу-кик. Правой рукой по плечу, левой по печени. И вот так спокойно такую отработку. Раз, два, три, четыре. Просто давай, ты и я сделаем. И поделаем я в одну сторону, он в другую. Вот я начинаю. Раз, два, три, четыре. Он. Раз, два, три, четыре. И вот я четыре, когда бьет по печени, локоть оставляем здесь. Вот он бьет. Локоть оставляем, а вторую вот просто подставку ставим. Еще раз. Оп, оп, подставку ставим. Еще раз. Оп, оп. В моем случае, допустим, я боях буду делать, если бьет ногой, если у меня есть возможность, я бей ногой. Я стараюсь, оп, поймать, навстречу и бросим. Сейчас мы потихоньку добавим, сначала просто кресты поделаем. Почувствуйте, что здесь весь тело на эту ногу перешел, здесь весь тело на эту ногу перешел. Оборотная работа. Один сделал, другой сделал. Один сделал, другой сделал. Приготовились. Поехали. Оп.
Это же
такие связи. А
отрабатывать. Сейчас это отрабатывать не надо, просто посмотрите, запомните, запомните. Это то же самое, вот если мы когда вот это здесь сделали, скидывали и забирали, да? Можно здесь сразу скинул, вот я скинул, вот работает, да, он мне подушку душил. Да вот отсюда сразу, хлоп, пошел. Можно просто, вот очень легко, просто правильно слышать. Вот рука. Вот я его скидываю, он уже думает, что я его отпускаю, просто скидываю, что я пошел. А я руку здесь не отпускаю, и вот локоть под него завожу. Подмышку. Подмышку и зашел сюда. Здесь, если соперник слабый, здесь можно даже руку отпустить и сразу сюда перейти. Но если чувствуете, что вы физически сильно, можно красиво на круге поработать. Очень легко, как простая мельница делается, допустим, как делаем простую мельницу, если готовим, да? То же самое, просто здесь вот, вот рука, вот это здесь, оп, и вот локоть туда, подмышку. Вы так запомните, потом сами на тренировке отрабатывайте. Давайте сейчас еще немножко стойку поделаем. Вот такое действие. Начинаем, допустим, с левого бокового. Левый боковой, лоу-кик, нога вода, эти все. У кого растяжка хорошая, пробуем. У кого растяжка не очень, после вот этого лоу-кика ногу носок поставим и сразу в корпус. Не в голову, в корпус. Но все равно надо стараться, если даже нет растяжки, нарабатывать, что в голову принимаем. Вот у нас здесь этажи получаются. Я здесь голову бил, он полностью защиту на голову. Я здесь на ногу перевожу. Он уже от боли, как бы, не все самосохранения, он ниже уже думает о нижней части. И я сразу начинаю раз, два, голову. И вот так этажи получились. Верхний этаж, нижний этаж, верхний этаж. Пробуем вот этот строй. Строим объекты. Раз, два, поставить, три. Потом уже сначала.
Лево. А, там вот если я так не задушу, допустим.
бежать не можешь, потому что здесь люди все время в напряжении бежат. Вот здесь можно попробовать, обязательно здесь ноги должны быть, вот мои ноги, да? Если я ноги вот здесь у него на копчике держу, он оттягивается здесь и забивает. У него спина вот ровно, у него рычаги появляются. Поэтому мы должны здесь ножки выше закинуть. И вот сейчас оттягивается, и вот я его к себе прижимаю. Вижу, чтобы у него не было амплитуды, он сейчас просто будет тычки делать. Тычки, ну от этого ладно, ничего страшного. И вот, значит, к шее вернемся. Вот я забрал шею, да? И делаю. Вот этим захватом только на слабака у кого-то задушить. Хорошего профессионала так тяжело задушить. Вот мы держим здесь замок, да, вот это. Вот, я держу замок. Не отпуская замка, я вот руку свою, своей правой рукой, левую ручку вот сюда вытягиваю. И здесь на другой стороне. И все, это уже 100% удушающий, потому что здесь мы уже на сонную артерию работаем. Не на кадык, а на сонную артерию. Здесь уже по-любому или уснет, или постучит. Вот. Простое действие, вообще ничего не надо. Вот руку бежу своей рукой, и обязательно надо его голову контролировать, потому что он вообще голову наверх вытаскивает. Вот я своим бицепсом голову контролирую. И вытягиваю по чуть-чуть, вытяну вот ручку. И вот сюда вот этот замок сделаю. И начинаю душить. Попробуйте, это вообще самый рабочий прием, такой, который в 100 боев 80 бывает. Это проход ноги и гильотина. Попробуйте сейчас вот со стойки начните, вот с такого действия. Вот отсюда начните. Вот я левый бок показал, прошел, бросил, он достигнул. И начинает душить и переходит от этого на этот прием. Давай. Это левый бок. Нет.
Значит, у всех получается. Вот тут рукой выбираешь, а ее вот так вот наверх, да. Хорошо, здесь сейчас легкий делает. Рабочие моменты разберем, которые часто бывают в боях. Допустим, самые такие, то, что я показал, гильотина, треугольник и амбар, да, на руку. Вот, чаще всего кто делает, и такие более-менее в России, которые приемы рабочие. Вот, допустим, мы с ножки застегиваем, да, и работаем на треугольник. Да, что треугольник делает, вот как делаем, допустим. Или так закидываем, или обе руки держим, оттягиваем и отсюда между закидываем. Между закидом застегиваешь. Бывает зачастую вот этот треугольник застегивает, застегнул треугольник. Чтобы он окончательно получился, его рука должна вот здесь, да, быть, чтобы я его сделал. Но все как защита, он сопротивляется, конечно, и руку сюда под меня засовывает. Теперь мне уже здесь очень тяжело задушить, если терпеливо он, но его не задушит, потому что он защитит. Вот этой рукой своей правой рукой, то есть плеснем, вот у него здесь локоть. Начинаем локоть там. И болевой на плечо получается. Еще раз, кто не понял, посмотрите ближе. Вот мы зашли на треугольник, только застегнули его под меня, раз, засунул ручку. Все, я здесь уже его задушить не могу, как бы он по-любому потерпит, потому что у него пространство здесь. Я беру вот правой рукой его локоть. Тоже сунул локоть. И идет болевой прием на плечо. Попробуйте вот это тоже. Смотрите, всегда старайся смотреть. Ты сейчас не на голову, не на голову бежишь, а просто не на голову. Закрой замок хорошенько. Вот руку под тебя засунул. Берешь его и тянешь. Тянешь. Ну, это у тебя, потому что можешь снова так. Чтобы он здесь задушил, он должен свою руку вот эту сюда опустить. Вот здесь замок. Вот ты замкнул. Это в идеале. А если ты оставляешь, то здесь это уже недоработали. Поэтому он должен что-то другое пустить. Да, это замок. Дальше продолжаешь, ногу забираешь. Если здесь даже не пошел, то ногу перекинул, ты руку ломаешь. То есть вариант класс. Да, Человек напрягся и не дает тебе. И сразу здесь вообще так же плохо. Просто ногу перекидываешь, все руку ломаешь. Все. Не-не-не, ты не тут скрываешься. Вот я попался. Давай. Здесь вот отсюда. Папа! Вот так! Папа, как же? Если даже на ноги,
Я тебе делаю. Давай попробуем. Всегда в сторону замка, вот у меня здесь я немножко натягиваюсь. А если он уже подхватил ножку, вот он ногу взял, я уже не могу туда идти. Пробуем здесь, можно колено на копчик поставить и оттягиваться вот здесь. Колено плотно на копчик упирается, колено вот в свою часть отталкивается от него. Если уже какая-то безвыходная позиция. Но на многие там еще делают, допустим, застегиваются. Он уже плотно застегнул. Я начинаю столько сил трачу, если он не отпустит, когда я его пойду, я уже все выдохну, и он меня уже совсем легко задушит. Лучше наработать вот эти выходы внизу, чем столько сил потратил, и так ты уставший в бою, да? Ты столько сил тратишь, поднимаешь его, бьешь, он потерпит насмерть его удар, он потерпит, но запад вряд ли отпустит. Поэтому старайтесь. Вот. Есть замок, и в сторону замка двигаемся. Вот самое главное, когда вас застегивает треугольник, не думать, сейчас выдохну и выйду с него. Так не выйдешь. Вот когда он закидывает, вот я с ним работаю, ноги на спине у него. Когда я просто лежу, ему тяжело болевые делать. Если я своими локтями контролирую его ноги, он вообще ничего здесь не может делать. Никакой болевой он вам не сделает. С кем бы вы ни работали, если я ноги контролирую, он уже ничего не сделает. Вот как только я начинаю бить, допустим, у него дырки появляются, вот дырка появилась, чтобы он ногу просунуть, треугольник сделать, допустим, отсюда. Если размашисто бьет, вот ты руку забираешь и снутри отсюда. Вот отсюда и на шею. Вот он раз и застегнул, и сразу одновременно эту руку сюда переводит. Все, вот он с левой стороны застегнул. Как я могу отсюда идти? На ноги стою и левой ногой один шаг. Потом и вот заходы на треугольник тоже вот такие посмотрите. Допустим, человек, некоторые, кто в партере плохо работает, начинают отдавливать ноги. Вот я застегиваю ноги, а он начинает пытаться разъединить мне ноги, да? Вот давить.
он наоборот на вас играет. Вот он давит туда, а ты в этот момент раз и переходишь. Если чувствуешь, что человек локоть свой тебе между ног просовывает, надо вот здесь момент поймать и сразу перейти на треугольник. Все, я здесь застегиваю, и он уже отсюда. Если вот так плотно застегнул, уже никуда не выйдет. Если он не давит, если он тоже партнер хорошо чувствует, держит, допустим, шире локти, да, руки на груди у меня, вот руки на груди, а локти широко держит, широко, чтобы я не мог ногу закинуть. Тогда я уже начинаю работать, беру его за кисти, отталкиваю, вот здесь я ищу дырку, чтобы не отпуская рук, и отсюда закидываю треугольник. Вот я отсюда закинул, что он делает, встает на ноги и одним шагом за голову правой ногой. Вот, оп, еще идешь, и за голову одним шагом. Вот сюда и разъединяешь треугольник. Ну как бы старайтесь, чтобы сейчас вот, допустим, оробел и 2-3 шага. Надо вот, чтобы один сильный рывок получился. Раз и вышел. Потом еще здесь тоже рабочая такая. Вот если я здесь треугольник делаю, и он начинает оттягиваться, не идет треугольник. Одним действием я здесь на рычаг лотте перехожу, ногу забираю и раз. Я уже на руку перешел. Еще раз. Вот я держал треугольник, но до конца, допустим, не смог застегнуть, да? Вот не смог, и он только чувствует, что я хочу застегнуть, и не дает. Все, вот у меня рука вот одним действием за голову ногу перекинул, уже я руку ломаю. Уже руку ломаю. Если он опять руку начинает сопротивляться, я опять на треугольник захожу. И вот такая работа отсюда. Раз, два, раз, два, и все. И здесь то руку, то на шею душающий делаешь. Сейчас давайте поотрабатываем вот такое действие. Сейчас вот я также снизу, да? Ноги застегнул. И чаще всего бывает, человек устал, он думает, сейчас отдохну на вас. Руки ставит сюда на грудь и просто показывает активность. Если он даже весь раунд так будет показывать, ему отдадут раунд за то, что он сверху и что-то делает. Вот здесь мы, вот он руки на вас поставил, когда. Вот ни в коем случае обе руки вместе здесь нельзя держать. Потому что я, соответственно, раз застегиваю и ноги закидываю. И все, и две руки одновременно ломаю. Вот, ну, то есть он пытается, допустим, руки вытащить. Руки он вытягивает, да? Он наоборот мне дает возможность ноги закинуть. Когда он здесь, мне тяжело сделать. Как он назад оттягивается, я раз ножки вот сюда. Вот эти икры ваши должны на его плечи сидеть. И все, он даже постучать здесь не может. Попробуйте, блядь. Такая пальба. Плотно от себя. Сюда. Плотно вытирать. Плотно пишешь, чтобы ноги вытащить. Теперь вот сюда чуть оттянул, ноги вот сюда на плечи. Ноги на плечи. Обе. И вытягивай теперь. Вытягивай. Еще вот сюда. Еще. На бок зашел. Ты его сходил, но он еще держится. Ты вот 20 раз молодец, хорошенько. Вот ты зашел, да, зашел, но он еще держится. Сейчас. От удара уже сорвать. Все. Все. Развивается. Ладно. Ну вот, допустим, а что?
Одновременно делаем выход и одновременно делаем болевой, еще раз, склепку, скрутку на пятку, да. Еще раз, вот он начинает бить, чуть-чуть он когда к вам вот чуть нагинается, к вам вот этот момент надо поймать. Вот я, оп, и колено ставил, и отталкиваю, и здесь забираю ногу. То есть я уже вышел и сам сделал болевой. Если левое колено поставили, да, то в левую сторону, допустим, вот он сидит на груди. И я толкнул и левое колено поставил. В левую сторону толкаю и отсюда забираю. Кому как удобно, кто-то лишат, кто-то прошат, кому-то удобно левое, кому-то правое. Попробуйте. Сейчас сильно не сопротивляйтесь сверху, чуть расслабьтесь, чтобы он мог вас скинуть. Раз и колено забираю. Я хочу специально.
хорошо делать. Это уже конкретно сломано. Я выступаю. Вот чаще можно нормально. Да, уже могу. Ты здесь как главный. Тебе надо чаще мероприятия. Надо ездить в теме. Да. Чтобы ребята. Да. И, соответственно, чтобы они как-то развивались. А так они, на самом деле, у тебя могут быть очень хорошие последователи, очень хорошие друзья. Просто, когда нет человека, кто-то направит, он здесь обнаружит, за это не выходит. Он может поймать. Уже здесь его ломать начнут. Здесь уже ломают. Уже больно. Допустим, если вообще там какой-то мощный соперник, руки сильные не отпускает, допустим, да? Я могу здесь треугольник на ручке сделать. Вот эту ногу на месте оставляю. Чтобы легко вам было запомнить, нога к лицу. И ты уже понимаешь, что нога к лицу. Вот здесь я ножку перекидываю сверху. И вот здесь треугольник на руки делаю. Вот отсюда. Вот он держит, допустим, да? Вот за верхнюю руку. Вот у него верхняя рука. Вот я держу и закидываю ножку вот сюда сверху. И все, она и вырываешь. Вырвал и забрал на болевой. Допустим, если и так не получается, я, допустим, вот беру вот эту ножку, туда просовываю, и дальше его он встает на меня, да? Встает, а я здесь. Понял, да? Также вот руки держит. Вот это тоже 90 из 100, вот эта позиция бывает. Да? Смотрите, он руку удерживает, он держит, да? Вот все это ногой там пролежит, и вот здесь видишь, щель появляется, ты отсюда просовываешь туда. Все, хочешь не хочешь, он уже или ему лежать надо, ты его бьешь, или ему вставать надо. Если он встает, ты уже переходишь на треугольник. Все, треугольник застегнул, могу отпустить, могу вместе с рукой делать, что угодно уже. Попробуйте вот эти тоже моменты. Вот это, не опускай, держи крепко, держи, ты держи, держи. Вот, держи. Эту сверху, вот сверху, и давишь. Вот здесь получается. Да, ты же держишь ее и сверху давишь. Ты уже болевой. Но он не даст, но он отпустит. Заберешь. Вытягиваешь, он держит. Вот он посовываешь туда. Вот, все, он на тебя идет, вытягиваешь дальше. На тебя сверху, ты на тебя. Пока, арифметика простая. Сейчас ты должен вот твоей ногой. Держи, да? Твоя нога. Зашел. Как бы не на это рассказывает, чтобы у него вот этот процесс пошел. Если не забыл, да? Допустим, я просто не знаю, где здесь. Вот здесь ты просто. Да. Только смотри, не вот эту часть. Теперь замкни, держи ее. И теперь делай вот этот фокус. Всегда на секунду. Здесь так. Второй свернул, и все, уходишь. Тихо. У меня вот
Вот сюда. А ты тянешь дальше, не тянешь, тянешь. Ты ложишься на спинку, перекидывай на эти на спинку. Вот, все. Давай еще. Попробовать. Простая позиция, да, вот я здесь ноги держу, вот ноги. Ручки перекидываю. Чувствуешь, да? Сразу вот колени давим сюда на ребра, ручки перекидываем, зацеп делаем. И все, это так очень, очень легкий прием такой. Но он, допустим, если вот такой кабан будет, если вы поменьше, допустим, если такой коренастый борец, тяжело ему сделать, он потерпит, потому что мышцы. А если немножко на корпус худенький, можно сделать, если вот ребра чувствуешь. Раз, и отсюда перекидываем, делаем. Такой фиг еще. Плюс, допустим, я здесь даю, допустим, за стекло ложку, да? И если он ручку здесь чувствует, то ручку здесь оставляет. На кимуру отсюда заходит. Забрали руку отсюда за стекло и за стекло уходит. Вот здесь он руку оставит. Бывает он, что он раз, два, три побил, выдохся и хоп, отдыхает. Руку поставил. А вот в этот момент раз, и заходит в ручку. Потом, еще если здесь пытается руки зайти, он начинает бухать. Дальше, если ноги открыли, вот как он отсюда может выйти? Кувырок вперед сделать. Кувырок, оп, все, он вышел. Поэтому важно, чтобы вы здесь ногами работали. Если ногами закрыли, он уже никуда не выйдет. Вот, если я здесь ногами закрыл, начинаю делать, он уже никуда не выйдет. Если он даже руку под раз направляет, не тянем ее. Не на один раз, а на три, допустим, считаем. Раз, чуть-чуть вытянул, да? И вот здесь все. Два, три. На три раза. Вот даже прям так считать можете. А то бывает, некоторые взяли и начинают тянуть. И он же сопротивляется. И столько сил тратить. Раз рывок сделал, два рывок сделал, и три уже вытянул. Если ноги не закрыл, то он выйдет спокойно. Просто кувырком вперед. Вот сделаем раз, оп, оп, и все. И здесь уже он вас накроет. Поэтому из выгодной позиции можете попасть вообще в опасную позицию. Вот так, такие моменты там. Что вам еще показать? Еще такой выход тоже снизу. Если вот ноги заправлены, да, допустим, вот он бил, как начинает кричать, руки вяжи, чтобы он бить не мог. Да? Вот я, допустим, начинаю вязать. Если я так, допустим, 5-10 секунд полежу, судья уже стойку поднимет, потому что нет никаких действий. А еще можно вот я, допустим, одну руку под мышку забрал, не даю, да? И с этой стороны ногу сюда просунул. Вот эту ручку, ему под мышку, вот большой палец здесь остается. И немножко под себя и ногу сюда я просунул. И вот это действие делаю. Ногами в первую очередь. Оп. Слип. Слип. И сверху. Еще раз. Так же и в любую. Можно в эту сторону, если я отсюда забрал. Отсюда. Обязательно вот эта нога должна вот сюда зайти, потому что когда мы начинаем вот эти просовывать, толкать этой ногой, эту книгу не задевать. Вот вниз. Вот если вот ноги сначала, а потом он будет сопротивляться. Он на меня докручивает. Все, оказывается, сверху здесь уже выгодная позиция. Такие просто много на самом деле приемов. Я считаю, что даже плохо за раз много давать, потому что ничего не запоминаешь. Хорошо, когда ты 2-3 приема даешь, и вот здесь точишь, когда уже до автоматизма довел, ты уже переходишь на другие. Бывает, уходишь, дал, человек начинает сыпать тебе приемы, и ты уходишь, и ничего не запомнил. Поэтому, чтобы у нас тоже так и получилось, чтобы не сказали, приехал, ничего не запомнили. А потихоньку подытожим, как сделаем ОФП в конце, да, делаем отжимания, приседания, пресс, такую работу все конструкцию делаете. Давайте сейчас подкругу начнем. 20 склепку, 20 отжиманий, 20 приседаний. И так 3 подхода попробуем сделать. Вот на ваш счет. Давай начинаем. Первый ты считаешь, и мы на твой счет делаем. 20 раз считаешь, 20 раз делаем. Давай, если делаешь, просчитаешь, и мы на твой счет делаем.
Чтобы тебя слышно было. Громко. Два. Четыре. Громче, громче. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Хорошо, 20 отжиманий делаем, ты считаешь. Громко, громко. Громко, громко. 1 минутку. Когда мы только начинаем и растягиваемся, мы еще холодные, не так тянемся. Когда мы уже 2 часа потренировались, в конце растяжка уже хорошо идет. Давайте ручки в подбородку и пошли. Друг другом в паре. По очереди. Закидывай ногу и тянемся. Давай, Лёш, закидывай, тянись. Хорошо, давай ты. Ага, не держись. Давай, можешь. Хорошо. Деревянный должен там быть больше. Красать себе помощи в Андрее не должны. Второй месяц. Это легкотлетик. Да? 9 лет. Ну, должна выносливость быть хорошей. Кандидат не надо будет делать? Сейчас пробую новое, с тренером немножко. Давайте сейчас построимся. Залов не так много, я вам скажу, и у вас очень крутой зал. Здесь все условия есть, чтобы здесь, ну, расти реально профессионально бойцов. Летка у вас такая марта, здесь кроссфит, все, здесь все, что нужно, все есть. Остался тренера, у вас есть хороший парень, только желание, все. Самое главное, чтобы больше всех остальных, всех спонсоров, всех тренеров, всех там остальных хотели этого, и это все проходит. Всем спасибо за тренировку, думаю, еще увидимся. Спасибо большое. Мы сейчас ждем, вот, там уже договоримся, и мы к вам приедем.
все большое спасибо. Можно ли? Да, это общее.